Баруха та Адонай, Лехейну Малахала, Ашер Бахарбану, Миколь Хаамин, Ватанлану, Тарато. Баруха та Адонай, Нотен Хатора. Благословен ты Господь Бог наш, избравший нас из среды твоего народа и даровавший нам Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Амен. Амен. Слава Богу. Как у вас настроение? Правда, сегодня чудесно все выступали. Чудесный был фильм. Слава Богу. И недельная глава Торы называется «Насо», что в переводе «Исчисли». Это книга Бемидбар, числа, 4 главы по 7 главу. И интересно, что эта глава сразу же начинается с обязанностей. Можно сказать, да, а где же мои права? Сразу обязанности. Ну, как говорится, сразу к делу. И в этой главе говорятся обязанности сынов Герсона, обязанности сынов Мирариных, то есть обязанности в том, в чем они должны участвовать в скинии, что они должны носить, какие тяжести. У каждого Бог каждому определил свою работу в скинии, как и у каждого из нас есть, да, свое дело, своя работа, свое служение в теле Мессии и в общине. Также пятая глава, она говорит об удалении всего нечистого. И я бы хотел бы заострить внимание на шестой главе. Шестая глава, она говорит о назарействе. И я зачитаю несколько стихов. Это шестая глава книги «Чисел» с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилю, им скажи им, если есть мужчина или женщина, решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда, и не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда и зерен для кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя. В Назарее Господу свят он, должен растить волосы на голове своей. И шестой стих. Во все дни, на которые он посвятил себя Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу». Итак, слово «назарей» берет свое начало от корня «отделить». Нам знакомо это слово, да, синонимы слова «отделение», да, мы еще говорим это, что слово «отделить» — это святость. Святость, да, это отделение. И обет назарейства, он был добровольным. Никто никого не заставлял. Вот кто вас заставляет приходить на служение? Мы бежим добровольно, я верю, да, мы ждем этого дня, мы просыпаемся, думаем, Боже, где же наш шаббат, мы хотим на служение. И это был добровольный обет, это было добровольное соглашение. И это соглашение принимали мужчины или женщины, принимали на определенный срок, возможно, на всю жизнь. Примером этому это Самуил, Самсон, Иоанн Креститель. И хочу сказать, что такое обет. Обет – это не просто обещание, это обещание связано с обязательствами и клятвой. Это очень сильная вещь. Есть разные обеты между людьми, да, когда идет хупа, то есть, да, люди обещают друг другу хранить друг друга, оберегать друг друга, любить. Также есть обещание между Богом и человеком. Мы говорим, да, о водном крещении, да, то есть как-то человек обещает Богу служить до конца своих жизней. И интересно, что обет в Писании, да, он включал три требования. Первое – не пить вина и крепких напитков. Ну, для чего? Для того, чтобы поддержать постоянно душевную ясность и духовное равновесие. То есть размышлять и оценивать ситуацию, этот человек он должен трезво. Второе, что он не должен делать, да, он не должен стричь волосы.
Волосы на голове Назарея – это как символ нравственной силы и преуспевания в добродетели. Писание говорит, что мы призваны к добрым делам. И третье – не прикасаться к мертвому телу. Мы знаем, что тот, кто прикасается к мертвому телу, становится нечистым. И в этом мире есть много вещей. Многие вещи, которые приносят нечистоту. И для чего все это надо? Для чего такие требования? Для того, чтобы мы отличались от других людей. Тот, кто посвящает себя Господу, он не должен сообразоваться с этим миром. Да, Писание говорит, не сообразуйтесь с веком сим, да, с этим веком. Но что, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Мы не должны сообразоваться с этим веком. И я думаю, что люди, верующих людей, их видно. Они не такие, как все, на самом деле. И в то время быть Назареем было за честь. И поэтому, если человек говорил об этом как о наказании, например, я лучше стану Назареем, чем сделаю это или то, то он, как считали иудеи, был нечестивым. А если же человек давал Господу обет стать Назареем, то о нем говорили «венец Бога на его голове». И мы, как верующие люди, мы где-то тоже являемся Назареями. Мы где-то тоже являемся, потому что Назарейство – это отделенность от этого мира. И мы являемся отделены от этого мира. И также и праздник Шавуот, который мы празднуем, он связан с клятвой. Клятвой, которую дали евреи, принимая Тору, и также клятвой Бога своему народу, что Он никогда не заменит его другим народом. Писание говорит, что мы запечатлены Духом Святым в день искупления. Писание говорит, что на нас есть Божия печать. И, знаете, это преимущество, это благословение быть христианином, быть верующим в Иешуа, да, это благословение быть отделенным от этого мира. Если кто-то из нас стесняется, да, и думает, слышал одну историю, одна женщина говорит, я работаю 15 лет на работе, и еще никто не знает, что я верующая. То есть не нужно этого стесняться. В то время это было как честь. И для нас, дорогие друзья, это честь, это великое приобретение быть отделенным от этого мира. Это великая честь называться верующими в Иешуа Мессию. Поэтому пусть Бог благословит вас не стесняться, наоборот, радоваться, потому что мудрость говорит о том, что когда мы верны в Богу, когда мы верим в Него, то на нас есть венец Бога. Поэтому пусть Бог благословит вас. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в содружестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.